Отдать дань памяти солдатской матери в Самару приехал правнук Анастасии Куприяновой, женщины, потерявшей на фронте 5 сыновей. Владимир Мурашко вручил книги руководителю музея боевой славы и родственникам местной матери-героини Прасковьи Володечкиной. Многодетные матери, они, в принципе, очень долгожители. Вот моя прабабушка 107 лет прожила. Значит, тут я говорил про сестры Хоренковы 95 лет, здесь 102 года, и здесь вот семьи Володечкины, все долголежители, они жили за тех своих сыновей, которые вот, ну, скажем, погибли и так далее, они жили за них. В музее боевой славы в 4-й школе поселка Алексеевка семье Володечкиных отведена особая роль. На самом видном месте портрет Прасковьи Еремеевны. В 1941 году 9 ее сыновей ушли на фронт, 6 из них погибли, 3 вернулись. Они умерли позже от ранений. На фронт уйдет первым Василий, прямо буквально через 2 дня. При ее жизни уйдет Петр и Федор. Вот так. Это был 41-й. В 42-м всех заберут. Василий погибнет последним в 45-м году после своего дня рождения. Буквально в декабре, а в январе он погибает. На территории Польши схоронен. В доме музея Володечкиных портреты своих героев и напоминания о тяжелом военном времени. Гильзы, оружие, солдатские фляжки. У входа в дом обнимаются родственники героической семьи. Они всегда держатся вместе. Говорят, Володечкины во все времена были дружными. Тамара Михайловна была совсем маленькой, когда ее отца забрали на фронт. Но воспоминания о нем у нее остались. Папу я, конечно, помню очень плохо. Мне было 5 лет, когда он ушел на войну. Когда в гости мы приезжали, еще когда бабушка была жива, по всей вероятности, еще до войны. Вот этот момент я помню. Она нас встречала, платочки так белым покрытые, такая радостная, она уже жила в нас уст. В общем, у второй снохе. Эти воспоминания на вес золота для тех, кто по крупицам собирает данные о солдатских семьях. Москвич Владимир Мурашко ездит по всей стране. Его уникальные материалы легли в основу книги «Подвиг солдатской матери». 9 сыновей журавлями улетают в небо, а глаза матери будто говорят «дождусь». Памятник Прасковьи Еремеевны Володечкиной – напоминание о том, что в жизни обычного человека всегда есть место подвигу. Алина Чемерес, Алексей Золотенков. События.